Смеялась, как ребенок. Гармаш раскрыл правду об уходе Волчек. Сергей Гармаш сделал заявление об уходе Галины Волчек. Он близко дружил с легендарной актрисой. Галина Борисовна до такой степени не позволяла себе думать о смерти и так любила жизнь, что ушла легко. Как ужасно бы это ни звучало, но я рад, что ее уход был именно таким. Она была на даче, вышла на воздух, сделала вздох и потеряла сознание. Не видела ни реанимации, ни врачей, ничего, рассказал Сергей Леонидович. В свой день рождения 19 декабря у нее был такой прилив сил, словно второе дыхание открылось. В тот день я отъехал, а потом вернулся, когда уже все разошлись. В ложе были настежь открыты двери, мы остались с Машковым, были с ним в одинаковых черных пальто. Я ему говорю: «Вова, давай бросим нафиг этот театр, пойдем работать к ней охранниками. Делать нефиг, вставать будем поздно». Машков, который любит такие шутки, тут же подхватил: «Заберем директора, сделаем чок, будем с ней везде ездить, в карты играть, виски пить». Она смеялась, как ребенок, вспоминает Сергей Леонидович.